Воздух непередаваемый. Дожди идут, идут, идут. Такая красота. Сейчас машина проедет, я вам покажу на той стороне дороги. Колючки цветут. Воздух просто, просто, просто. Посмотрите. Что здесь? И все усыпано вот такими цветами. Здесь, конечно, уже солнышко за горочку прячется. И здесь, конечно, уже цвет не такой яркий, но зато их очень много. Не смогла проехать мимо. Сиреневые какие-то, вот видите, и сочетание такое красивое, вот. И вот этих цветочков желто-белых, прямо в поляны. Здравствуйте. 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 Боже, как я всегда с таким восхищением при встрече вот люди из деревни, да, которые в поселках живут, детки, вот подростки сейчас проехали, мальчишки, они всегда здороваются, всегда, в какую бы деревню я ни заехала. Вот, вот это вот меня прямо всегда так трогает. Вот видите, дорога, там солнышко. Закат. Вот сейчас она здесь будет. Я переместилась немножко. Да, такая. Люблю я вот такие неизведанные места. Как я говорю, не туристический Крым. Но он прекрасен. Очень красиво. Ой, ну вы посмотрите, какая красота поспеет, как я говорю. Ой, скоро мои любимые колючки, они потрясающие. Смотрите. Боже, красавица. Красавчики. Колючки на фоне гор смотрится, конечно, и лучи солнца смотрится атмосферно, конечно, это очень. Так что вот такая красота крымская.